Всем привет! И вы на канале Лисарик42. И сегодня я, наверное, с вами немножко посмеюсь. Итак, начнем с моей удивительной мамы. Моя мама взяла... Короче, я в стакан налила колу. Как обычный человек. Взяла колу, налила ее туда, не допила до конца. Моя мама взяла и налила туда кофе. Вообще. Ну что, попробуем? Фу. Фу. О. Фу, я побежала, наверное, в туалет. Все, пока. Фух, слава богу, меня почти не вырвало. Итак, я, наверное, сейчас пойду собираться в Спортлайф. Если кто не знает, что такое Спортлайф, это спортивный комплекс, где есть спортивный комплекс для детей и для взрослых. Так, мы складываем вещи. Свет выключить надо. Забыл. Итак, ну ладно, увидимся чуть-чуть попозже. Если вам интересно, что я там делаю, подписывайтесь на наш канал и еще на блоговый канал, который второе видео. Ставьте лайки и смотрите наши следующие видео. Итак, мы продолжим. Сейчас мы идем по Приозерному. Мама, махни ручкой. Ножки. Лифт. Лифт. Да, странно, лифт. Странно очень, да, лифт. Ждем лифт. О, лифт уже приехал. Где он? Лифт приехал. Пропусти меня к зеркалу. Всем привет еще раз. Привет. Мама, махни ручкой еще раз. Еще раз. Ладно, сейчас мы поднимаемся на 4-й этаж к Спортлайфу, а потом мы все продолжим. Я уже в Спортлайфе нахожусь, и сейчас вам немножко покажу с высока, потому что тут нельзя снимать. Я втихаря снимаю. Нет, на телефон как-нибудь всуну. Так, сейчас. Навигатор. Так, сейчас мы всунем телефон, и можно будет на него ходить. В порядке. Даже все замечательно видно. Итак, я постараюсь как можно меньше болтать, чтобы меня не заметили. Посмотрим мультики. Точнее, я вам не могу посмотреть. Так. Это, короче, спорткомплекс. Тут куча всего. Куча шариков. Шарики. Обожаю шарики. Да, странно. Ладно, пошлите. Там есть еще стойка для футбола. Вот он. Игровой ключик. Все снимается. Слава богу. Ладно. На этом шарике, там люди. Как обычно. А мое место в лист. Ну, мне тогда пока здесь поснимаю. Нет, здесь будет плохо. Было все видно, и мы продолжим. Честно, тут есть не только то, что я вам показала. Тут есть еще и спортивный клуб. Ну, это больше не клуб, это зал. Вот. Бассейн для взрослых, площадка. Я вам сейчас ее тоже покажу. Туалет. Туалет неинтересно, что там обычно. Ладно. Вспомню, еще скажу. Пока я вам покажу по кругу лабиринта, он тут большой. Покажу вам кучу всего. Зайду в туалет, подумали в туалет заходить. Твою дивизию. Думаю, он меня заметил. Тут же вообще нельзя снимать, я же вам уже говорила. И я боюсь, что меня заметят и наругают, и телефон берут.
Поэтому продолжим. Так, я уже говорила, это коврик. Коврик, дальше унитаз. Этот, какой унитаз? Блин. Тупица. По жизни. Тупица. По жизни. Не помню, как это называется. О, раковина, вспомнил. Ручки помыть, ручки. Еще раз помыть ручки, если я тоже снимала, потому что я не помню. Снимала ли я или нет. Нет. Надо много салфеточек. Очень много салфеточек. Салфеточки. Унитаз. Салфеточки. Унитаз. Салфеточки. Унитаз. Да, я странно. Так, продолжим наше видео. В таком положении. Ну, по такому мне не хочется. Я думала, меня заметили. Итак, продолжим наше видео. Я сейчас ходила и думала. Возможно, кто-то из вас спросил, где Шерри. Да, тут случилось такое билиберда. Короче, меня наказали, точнее, меня не наказали. Мы с Шерри решили разъединиться. Она поехала в лагерь, и она снимает там свои видео. Мы с ней так договорились. А я снимаю здесь. И потом мы вместе едем на гимнастический лагерь. Там, где мы будем снимать вдвоем видео. И еще куча девочек будет на нас смотреть, и тоже будет видео. А, также не забывайте подписываться на Женя Жжет. Это моя, можно сказать, лучшая подружка, как и Шерри. Она сейчас в Израиле, и она там снимает видео. Она там будет до 15 июля, и она, наверное, вам покажет кучу интересных видео. Поэтому подписывайтесь на нее, ссылочка будет в описании. И всем пока!